Мы находимся на автомобильной дороге регионального значения улица Речная, на которой начался второй этап проведения реконструкции примыкания Речная-Гаражи, в простонародье так называемая Хабировка, к улице Речной. На данный момент мы можем с вами видеть, как проводятся работы по демаркировке дорожной разметки пешеходный переход 1.14.1. В дальнейшем будут проведены работы по демаркировке краевых линий разметки, будут проведены работы по демаркировке осевых. Соответственно, мы будем сносить ось автомобильной дороги для того, чтобы можно было создать 4 полосы движения. Также у нас наносится разметка осевые. Мы смещаем ось дороги для того, чтобы у нас было 4 полосы движения, по 2 полосы движения в каждую сторону. Кроме того, мы нанесли уже буферный островок безопасности для того, чтобы поток машин после поворота направо на улицу Речную в сторону стадиона мог спокойно влиться в поток без каких-либо правонарушений и без угрозы создания дорожно-транспортного происшествия. В связи с тем, что данный пешеходный переход демаркирован, предполагается в соответствии с проектом организации дорожного движения перенос бывшего пешеходного перехода в сторону проходной Красногорского завода имени Зверева, ближе к гидроузлу номер 5. Кроме того, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на радиусах данного примыкания будут установлены перильные ограждения для предотвращения перехода в неположенном месте наших многоуважаемых пешеходов.